сегодня с вами на Moscow Bridal Weekend. Это дни свадебной моды в Москве. Самое популярное мероприятие для профессионалов свадебного бизнеса, на котором собираются лучшие производители свадебных вечерних платьев и мужских костюмов. Ну и, конечно же, байеры, которые закупают к новому сезону эти платья. Вопрос только в том, каким-то девочкам нравятся более силуэтные модели, каким-то более пышные. Пышные модели, как вы знаете, они никогда не выходили из моды. Они были, есть. Fight for friendship, fight for life, fight for freedom, fight for wisdom, fight for love. Be a superhero, be who you want to be, be an angel, save yourself. Наш бренд представлен на рынке уже не первое десятилетие. И его знают не только жители России и стран СНГ, а он известен по всему миру. Brand is my baby for me. Every dress I make is something very special to me. It's like a part of me. It's part of one experience I had gone through. It's part of my life. It's time to be someone. Wake up in the morning. Russian ladies appreciate couture things, appreciate handmade, handcrafted things, limited edition. So that's why I'm here today. С каждым сезоном все уже и уже модели. Это касается не только брюк, но и пиджаков, в том числе и удлиненных. Поэтому мода свадебная молодеет, можно так сказать. Оттенки в основном у нас, естественно, разные, но основной это цвет айвори, светлый беж, скажем так по-русски. Вот. Белый уже реже. Наш бренд свадебный дом моды Бельфасо. То есть мы самый старый как бы дом моды в Нижнем Новгороде. Ну, как известно, это свадебный город считается. Нам в этом году юбилей 30 лет. Это юбилейная коллекция, то есть это будет очень большая коллекция. В следующем году представим еще один бренд. Привет каналу Fashion One. Fashion One, привет. Подпишитесь на канал Fashion One на youtube.com и смотрите нас, когда вам удобно.